Здорово, подписота. Сегодня у нас 20 февраля 2024 года, вторник. Свиная шея. Картошка запеченная, все целиком. Свиная шея, ням-ням. Перед началом видео хотел бы передать привет Ангелине и ее способности закрывать гештальт. Ну, в принципе, все. Давайте жрать. Я уже не сдержался, чуть-чуть ее понадкусывал с этой стороны, пока не видно было. Сух-сух. У нас нету. Они калорийные. Капуста. Это нам без масла вообще невкусно. Ну как, она вкусная, но с маслом она уже тогда становится лучара. Присутствует. Нормально. Течем. Капаем. Целиком, целиком прожаренная. Жарилась 20 минут в чудо-печке. Нет, 40 минут. Без всякой фольги, без всякой. Без всякой рукавов. Конечно, не хватает сырного соуса, да? Либо майонез с чесноком или с зеленью, но ну, нормальная тема. Нормальная тема. Я вчера вечером кусочек это. Кусок где-то 780 грамм, да. Ну, почти 800. В сыром виде. Вчера его прикупил. Чем нам вообще вытираться? Чем нам вообще вытираться? Мясо не сухое, потому что это любимая часть людей, которые любят шашлык из свинины. По рецепту, видим, пропеклась ровно за 40 минут. Правда, в программе включаю с двумя вентиляторами, то есть и сверху, и снизу вентилятора. За счет этого, вот картошка вообще за 20 минут, видите, какая запеченная. То есть там программа по 20 минут, первые 20 минут просто мясо жарю, а вторые 20 минут добавляю картоху, и все, через 40 минут, вуаля, у вас прием пищи, да? Вуаля. Мясо. Просто привык есть с кетчупом,
Но опять же, я кетчуп не любитель. Я кетчуп не любитель. Вот тут масло скопилось в масле, в жирном. Нормально. Нормально. Короче, я ее вечером обмазал там сухими специями. Вот она ночь постояла в специях. А картох с утра почистил просто. Обмазал тоже специями. Там сухая паприка, красная копченая. Еще там всякие тоси-боси. В маслице, да, и на 20 минут. И нормальный завтрак. Ну, тире обед, конечно. Время. Пол одиннадцатого. Уже обед почти. Да. Отличная тема. Пропеченная. Отличная тема. Лучок не забываем. А я переживал, что типа она не пропечется. Нет. Все пропеклось. Замечательно. Замечательно. Двое щипцов таких купил. Один на дачу отвез. Один здесь оставил. А я наелся. А это мы на ужин съедим, да? Картоха вот в этом жирном масле, конечно, она вкусная. Вот так вот макаешь. Соусов нет уже, да? Хотя жир это самый жир. Это самый жир. Зажарку укусим. Ням-ням. Ну нормально, ням-ням. Мне нравится. Я к тому, что без всякой вашей фольги там, ваших пакетов, рукавов. 40 минут и готово. До свидания, товарищ. До новых встреч.